В полицию обратилась гостья курорта. Из арендованной ею квартиры в Лазаревском пропала сумка с телефоном, паспортом и деньгами. В общей сумме 80 тысяч рублей. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, где было установлено, что злоумышленник проник в жилище путем свободного доступа, а именно через незапертое окно. С похищенным имуществом с места происшествия скрылся. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Оперуполномоченные задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину на одной из улиц Туапсе. В ходе проверки выяснилось, что он причастен также еще к трем кражам, грабежу и угону. Мужчина пояснил, что меньше недели назад был освобожден из мест лишения свободы и все вышеперечисленное совершил за одну ночь. Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцам, а задержанного, скорее всего, ждет возвращение за решетку.